Опа. Красавец. Красавец. Друзья, всем привет! Вы на канале Календарь Рыбалова. Меня зовут Алексей. Сегодня ровно 2 года с тех пор, как я высадился на этот берег с некоторым инструментом, стройматериалами и приличным запасом провизии. Я планировал пробыть здесь целый год. Вот так теперь выглядит печка, на которой я так долго готовил себе еду. За 2 года она полностью разрушилась. Нужно будет перекладывать, делать новую. А вот здесь у меня была коптильня холодного копчения. Здесь проходит тоннель около 10 метров в земле, где дым остывает. И вот в этом ящике на пригорке происходит копчение. А вот все, что осталось от моего рыболовного мостика. Он был довольно приличной длины, явно заходил дальше, чем вот эти камыши. И оттуда я ловил рыбу. Да, еще на нем стояла солнечная панель, потому что на этой поляне уже в районе обеда солнца не было. Заходило за деревья, и чтобы зарядить аккумуляторы, приходилось панель выносить сюда прямо на воду. Кстати, этих камышей здесь раньше никогда не было, только в этом году появились. Наверное, это связано с тем, что было очень мало воды в водоеме. Вот здесь изначально у меня стояла палатка, в которой я жил. Потом я перебрался в шатер 3 на 3 метра. Вот здесь вот он стоял. Сегодня я пришел налегке. Со мной всего лишь вот такой небольшой рюкзак. И спиннинг, привязанный к велосипеду. Вот такой раритетный велосипед Харьковского велозавода я достал у себя из гаража. И решил добраться к землянке на нем. Правда, пришлось переспецевать колесо одно, которое было восьмеркой. Ну а в остальном техническое состояние вполне удовлетворительное. И он меня благополучно доставил к цели. Да, я не зря сказал, что я сюда пришел. Потому что большую часть пути велосипед приходилось в лучшем случае катить. А то иногда и нести, переносить через всякие бревна и так далее. Поэтому по лесу, конечно, не самый лучший вариант. Но до леса нужно было еще как-то добраться. Крыша землянки сильно заросла растениями, и отсюда ее практически не видно. Земля кое-где попроседала. Возможно, ее смыло дождем. Дымоходная труба была практически полностью засыпана землей. Сантиметров 15 выглядывала. И вот получается, около полуметра земля просела. Под дождями и под своим весом дала такую усадку. Посмотрим, что внутри. Я не брал с собой ни аккумулятор, ни лампочки, поэтому не знаю, передаст ли камера без дополнительного освещения всю эту мрачноватую, такую жутковатую атмосферу. Хотя я уже был здесь ранней весной, ходил еще, когда стоял лед на водоеме. Поэтому, в принципе, я знал, чего ожидать, что я здесь увижу. Но, в принципе, ничего критичного нет. Весной было намного влажнее здесь, сейчас более-менее просохло. Сейчас я вытяну все матрасы, все, что смогу вытащить на улицу. Пусть это все просыхает и займусь уборкой. Я достал из землянки все вещи, которые можно просушить, развесил их на деревьях. Думаю, на ветру они довольно быстро просохнут. Да и солнце потихоньку проглядывает сквозь кроны деревьев. Сейчас я подготовлю снасть, заброшу удочку и дальше буду продолжать заниматься уборкой.
Вот такой замечательный грибок я нашел уже на подходе к лагерю. Весь лес прошел, не видел ни единого съедобного гриба. А здесь уже на подходе, буквально в 50 метрах от лагеря, нашел такого красавца. Я же так понимаю, это самый натуральный белый гриб. Никакой не боровик, не польский и не какой-то другой вид. Если я все-таки не прав, поправьте меня в комментариях. Клюет, что ли? Я затопил печку, но это не потому, что я замерз, хотя сегодня, как для начала лета, было довольно прохладно, а для того, чтобы хорошенько просушить помещение, чтобы бревна прогрелись и выветрилась вся влага, а заодно и приготовлю себе ужин. Вот это и все, что мне удалось добыть на ужин. Вот такой замечательный грибочек и пучок зеленого лука. Если бы мне кто-то сказал буквально пару лет назад, что за целый день у меня будет из еды один гриб и немного лука, и я буду этим доволен, в жизни не поверил бы. Шикарный грибок, ни одного червячка. Пахнет классно. Даже какие-то сомнения, что это съедобное, что это действительно белый гриб, что его никто до сих пор не съел. Наверное, не очень правильно, находясь в лесу, далеко от людей, на ночь есть грибы. Тьфу-тьфу, я ни разу не травился грибами. Но этот вроде бы, ну, однозначно белый гриб. Пахнет замечательно, не синеет на срезе. Думаю, что все будет нормально. Да, вот такой грибок, один гриб на всю сковородку. Пойду поставлю на печку. Здесь совсем ничего не видно, без лампочек. Посмотрите, какая красота получилась. Немного, конечно, ужарились, но все равно достаточно вполне. Мне хватит точно. Вот такая вкусная тища. Приятного аппетита. Картошечки не хватает.
Рыбу сегодня поймать так и не удалось, поэтому грибочек пришелся очень даже кстати. Было несколько поклевок, но рыба заходила в камыш и срывалась. Нужно зайти в воду и вырезать себе окошко из камыша, чтобы можно было спокойно вываживать рыбу. Но сегодня целый день было прохладно, дул сильный ветер. Как-то не особо хотелось заходить в воду. Лишь под вечер распогодилось, даже вышло солнышко. Но солнце уже садится, поэтому я буду сворачивать удочку и стелить себе спальное место. Я уже постелился, сейчас буду отдыхать. Помещение прогрелось, очень тепло. В спальник можно не залазить. Двери желательно закрыть, потому что комары налетают. Но пока еще жарко. Я, как обычно, перед выходом в поход долго не мог заснуть, соответственно, не выспался. И сейчас уже очень хочется спать, хотя только 9:30. Поэтому буду укладываться. Всем спокойной ночи. Увидимся завтра утром. На дальний заброс не очень хорошо клюет, и даже если что-то попадается, то при вываживании сквозь камыши рыба постоянно сходит. Поэтому я решил попробовать половить, не перебрасывая камыши. И для этого вырезал удочку из орешника. Она сухая, хотя довольно толстая, корявенькая и кривенькая, но за счет того, что сухая, ей вполне можно хорошо управляться. По весу, во-первых, жалко вырезать живое дерево, а во-вторых, по весу она будет намного тяжелее, чем вот такая дубиночка. Буду пробовать ловить на удочку. Нашел вот такое перо. Не знаю, что это за птица, но с него выйдет отличный поплавок.
Да, рыбалка сегодня не задалась, поднялся очень сильный ветер. Против ветра невозможно даже забросить удочку. Хотя на самом деле рыбалка не была основной причиной моего похода. Прежде всего мне хотелось узнать, в каком состоянии находится землянка, что нужно принести из инструмента, чтобы ее подремонтировать и благоустроить. Очень много планов и задумок по поводу того, что нужно сделать в землянке. Ну, например, переложить вот эту печь, которая, в принципе, делалась как временная, из жестяного ведра, из-под краски, но отработала на все 100%, не дала мне замерзнуть зимой. Но появилась мысль полностью ее переделать, хочу сделать ее повыше, чтобы было удобно готовить, а дымоход вывести в этом глиняном уступе под лежанкой и вывести на улицу с той стороны землянки, чтобы зимой лежанка хорошо прогревалась. Также нужно сделать печь на улице для приготовления пищи летом, чтобы в землянке не было жарко. Какой-то навес, может быть, беседку, летний душ, туалет. В общем, работы и задумок очень много. Вещи упакованы, сейчас подкачаю колеса и буду отправляться в обратный путь. Еще пару километров я выберусь из лесу. Обратная дорога, конечно, оказалась немного сложнее. Водоем находится в низине. Ну и, соответственно, туда я ехал с горки, а назад везу велосипед наверх. Но так как я сегодня налегке, поэтому особо не устал. Замечательно себя чувствую, хорошо прогулялся. Ну что, я уже практически вышел. И кое-что вспомнил. Когда я шел сюда вчера утром, перед самым лесом есть поле, на котором растет горох. Я попробовал, сорвал пару стручков, но они были еще мелковатые. Сейчас уже прошло больше суток, даже полторы суток. И думаю, что они уже должны немного подспеть. А вот и поле. Ну вот, уже намного побольше стали. Думаю, еще пару дней и будет то, что надо. Постоянные зрители знают, что я не так давно начал экспериментировать с голоданием. Ну, с лечебным голоданием. Я пробовал не есть 7 дней. Но для себя понял, что с моей гипертонией это довольно проблематично. Вот. Теперь для меня интересна другая схема. Когда я нахожусь в цивилизации, то есть дома, в городе где-то, не в походе, то я ем один раз в 2 дня. То есть сутки я не ем вообще ничего, пью только воду. А на 2 сутки вечером ужинаю. Вот. Стараюсь в этот ужин не есть сладкое и мучное. Остальное все ем в любых количествах, сколько хочется. Но когда я нахожусь в походе, то стараюсь в любом случае хоть один раз в день, но поесть. В общем, на этом с вами буду прощаться. Всем здоровья, мирного неба и до встречи в следующем видео. Пока-пока.